Начиная с 2018 года на территории Краснодарского края проводится конкурс в области качества «Сделано на Кубани». На сегодняшний день знаком качества обладают 205 кубанских предприятий, чья продукция отвечает высочайшим требованиям качества и безопасности. В числе победителей конкурса есть славянские товаропроизводители. Им в торжественной обстановке были вручены дипломы лауреатов, дающие возможность маркировать свою продукцию знаком качества «Сделано на Кубани». В этом году конкурс «Сделано на Кубани» проводился в шестой раз. В нем приняло участие 244 товара от 82 предприятий из 30 районов края, в том числе и Славянского. В итоге 6 славянских товаропроизводителей стали победителями, подтвердив качество и безопасность производимой продукции. Это предприятия «Консервный комбинат», «Кредо», «Белара», «Черноярковский рыбцех», «Славпром» и «Агрофирма Приволье». Причем «Славпром» и «Приволье» получили знак качества повторно. Я считаю, что нас признали как лучшие продукции в крае и вот в Славянском районе. И то, что отметили, это для всего коллектива большая такая оценка и отметка. И я думаю, что нашему коллективу есть чем погордиться. Люди, кто будет видеть этот знак качества, будут больше внимания обращать, что и больше будут уверены и доверять этим производителям, которые имеют этот знак качества. И, само собой, эта продукция будет гораздо востребованнее, нежели чем другая продукция. Несмотря на пандемию, в этом году количество участников краевого конкурса в области качества выросло. Товары со знаком «Сделано на Кубани» становятся все более популярными у потребителей, поскольку данная маркировка гарантирует, что продукт проверен и соответствует всем требованиям безопасности. Важно условие для предприятия телезнака – это еще сохранять и поддерживать качество производимой продукции. Специалистами государственного казенного учреждения – это Центр развития торговли, оператор краевого конкурса «Сделано на Кубани». На постоянной основе производится отбор лабораторных исследований, то есть в течение 2 лет качество продукции отслеживается. В случае, если продукция не соответствует заявленным требованиям, к сожалению, товарный знак мы забираем. Дипломы лауреатов краевого конкурса в области качества руководителям предприятия в торжественной обстановке вручили глава Славянского района и руководитель краевого центра развития торговли. Роман Синеговский поблагодарил товаропроизводителей за совместную работу и поздравил с таким высоким достижением. На Кубани и Славянском районе умеют работать, умеют достигать результатов. Поэтому я вас поздравляю с этим прежде всего. Ну, надеюсь, что наша продукция она будет востребована и в городе Краснодаре, и в наших коллег в муниципалитетах. И мы будем гордиться и вами, и вот с 2018 года уже эта номинация она существует. И приятно, что наши ребята, наши руководители достойны этого знака. Впервые в этом году в краевом конкурсе в области качества участвовало общество с ограниченной ответственностью «Кредо», занимающееся производством мороженого. Несмотря на небольшой стаж работы, предприятие смогло доказать, что достойно маркировать свою продукцию знаком «Сделано на Кубани». В восторге, что это движение появилось, «Сделано на Кубани», что значит подтверждение качества продукта. Очень важно вот в нашем мире, в нашем государстве вообще кушать людям качественные продукты. И мы всецело это поддерживаем и будем участвовать. Участвовали первый раз, и для нас это очень важно, такая оценка. Мы поняли, что наша продукция нужна, важна, и будем стараться дальше работать. Мы стабильны, мы развиваемся, делаем вкуснейшие продукты и будем дальше радовать людей. Также на торжественный прием были приглашены работники предприятий потребительской сферы, настоящие профессионалы своего дела, которые удостоены краевых наград. Руководителям ателье «Жоржет», парикмахерской «Эльвира», кафе «Курени», магазина автозапчасти были вручены благодарности Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. Спасибо большое администрации, что оценила наш труд по достоинству, что заметила наши труды, и мы впредь будем работать добросовестно, обслуживать население,
оказывать услуги по ремонту, пошиву одежды. Особые награды за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значимый вклад в развитие потребительской сферы Кубани была удостоена директор рынка «Привоз» Ида Корж. Иде Михайловне вручена благодарность губернатора Краснодарского края. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».